У мавзолея Ленина вахту верности заветам Ильича несут пионеры. Сегодня у юных ленинцев большой праздник. День рождения советской пионерии. Первый секретарь горкома комсомола столицы Трушин обратился к пионерам с призывом быть пламенными патриотами, преданными делу Коммунистической партии Советского Союза. 46 лет назад в параде по Красной площади прошли всего 52 пионера. Ныне в рядах советской пионерии более 23 миллионов юных ленинцев.